похоже, что время игр, построенных по принципу «истреби все живое», еще не кануло в лету. Но сегодня любой знатный геймер, увидев перед глазами новую убивалку, скажет: «Хватит, больше я кровопускания не хочу». Зная все это, компания Monolith все-таки не смогла удержать себя от соблазна и выпустила вторую серию компьютерного боевика «Blood». На этот раз вам предстоит еще раз найти Кабала, человека, исповедующего древнеязыческий культ Чернобога. Напомним, что в первой части вам так и не удалось его убить. Он оказался хитрее вас и остался жив. Теперь же, спустя 100 лет скитаний, вы стали подкованным мэном, изучили достаточно магию, чтобы воскресить своих бывших друзей, умерших от рук Кабала. Играть предстоит за одного из 4 персонажей. Каждый из них обладает определенными навыками – ум, сила, сноровка и так далее. Ну что ж, сюжетом выяснили, пора отправляться в путь. События начинают разворачиваться в метро, где вы мирно едете и никого не трогаете. Вполне мирная картинка. Но вдруг из соседнего вагона выбегает мужик и начинает вас пулять. Какая наглость. Вы, естественно, защищаетесь, и так получается, вы его убиваете. После этого наш герой начинает понимать, что с этого момента он будет убивать всех, кто попадется на пути. Немного об оружии. Его в игре будет более 20 видов. Если вначале ваш арсенал состоит из одного лишь ножа, то по мере продвижения вы обзаведетесь пистолетом, винтарем с лазерным прицелом, а может быть и ракетным комплексом С-300. Все это очень мрачно. И сюжет, и сам ход игры, а главное, нету свежей идеи. По сути, перед нами тот же Doom, только с улучшенной графикой и весьма качественным звуком. Конечно, приятно лицезреть идеально кругленькие дырочки в дверях метропоезда или видеть, как разлетаются стекла в вагонах. В старине Doom такого не было, но всем уже давным-давно надоело проливать виртуальную кровь, а потому хитом Blood 2, скорее всего, не станет.